В этом видео небольшой топ гаджетов. Эти устройства интересны не только своей необычной функциональностью, но и тем, что это не прототипы, это реальные продукты. В мире немало умных браслетов, или как их еще называют, ремешков. И вот вам умный ремешок. Ремешок в прямом смысле. Девайс SGNL выпускается в форме ремешка для любых часов и использует для работы технологию костной проводимости. SGNL подключается к смартфону по Bluetooth как гарнитура, вместо громкоговорителя которой будет использован палец руки владельца. Мечтали в детстве быть тайным агентом? Тогда явно стоит присмотреться к SGNL, тем более что с ним можно хоть механические часы превратить в трекер физической активности. Если автомобиль с автоматической системой парковки еще только в мечтах, то начать можно хотя бы с тапочек. Компания Nissan и японский отель Ryokan отличились необычным сотрудничеством. Автопроизводитель интегрировал фирменную систему автоматической парковки ProPilot Park в тапочки отеля. Теперь после того, как посетители их снимают, те автоматически отправляются на свое парковочное место. Вот так два известных бренда и хайпанули, и технологиями продвинутыми похвастались. Вот так выглядит наш следующий вязаный девайс, функции которого не ограничены назначением предмета одежды. Владелец шапки Arcos Music Beanie может принимать звонки прямо на нее. Кроме того, со своего мобильного устройства сюда можно транслировать музыкальные композиции или аудиокниги, ведь в шапку интегрирована настоящая беспроводная гарнитура. Чумовая идея пришла в голову французам, ведь на холоде никто не любит доставать свой мобильный для приема входящего вызова, что становится абсолютно ненужным с Arcos Music Beanie. Главное, не забудь зарядить свою шапку перед выходом из дома. Самое прикольное, что эта шапка продается в ТТТО. Надеюсь, вам интересно было узнать про то, что где-то в мире тапочки паркуются лучше, чем ваш сосед, и про умные технологии, которые делают нашу с вами жизнь чуточку проще. Подписывайтесь на наш канал и соцсети. До новых видео!